В этом видео мы изучим с вами еще один базовый рецепт сбалансированной вегетарианской кухни. Это кичери. Кичери – это такое блюдо из бобовых, риса, овощей и специй. Это блюдо получается очень гармоничным и сбалансированным. Смотрите, по нашей схеме сбалансированного питания тут есть все. Белок, зерно и клетчатка. И все это в одном блюде. Это такой то ли суп, то ли жидкий гарнир. В общем, один только кичери – это уже полноценный обед. И к нему я даже больше ничего не готовлю. Для меня это получается очень сытное блюдо. Иногда мне хочется кичери прям в жаркое лето. Но чаще всего я готовлю его в холодную зиму или межсезонье. Про кичери в Индии говорят, что это блюдо бедняка, достойное короля. Потому что готовится оно из самых простых и недорогих продуктов. А получается очень сытное, вкусное, красивое и полезное блюдо. Пропорции кичери: на 200 грамм риса 150 грамм бобовых. Овощей и специй берите на глаз. Какие бобовые можно использовать? Маш. Мне очень нравится готовить с этой бобовой культурой. Говорят, что маш является самым легко усвояемым растительным белком. Замечено на собственном опыте. Никогда никакой тяжести или вздутия не было после блюд из маша. Чечевица. Крупная или мелкая. Горох. Какой рис лучше всего использовать? Это длиннозерный басмати. Будет немного тоньше аромат. Но и простой длиннозерный тоже подойдет. Овощи: капуста, брокколи, цветная или белокочанная, морковь, тыква, кабачок, баклажан, перец болгарский — на ваш выбор. Но обязательно положите помидор. Из специй обязательно положите куркуму, кумин и свежий имбирь. Остальное по вашему выбору. Ну что ж, я все рассказала, давайте приготовим кичери. Нам понадобится 1 стакан риса, это 200 грамм. На 200 грамм мы возьмем 150 грамм маша. Я отмерила это 2/3 стакана. Конечно же, нам понадобится набор специй и набор овощей. Первое, с чего мы начнем, это поставим вариться маш. Но предварительно перед этим его нужно обязательно перебрать. В нем попадаются очень часто маленькие камешки. Если он попадется в кичери, то это будет очень неприятно. Перебрать это совсем недолго. Вот тут ничего нет. У меня не попалось ни одного камешка, ну и хорошо. Я убрала лишь только те горошинки, которые мне не очень понравились. Промоем маш. Я взяла 2 литра воды, вскипятила ее и добавляем туда маш. Все, оставляем вариться. В это время подготовим овощи. Возьмем одну крупную морковку, почистим. И порежем. Можно натереть на крупной терке, либо порезать. Я порежу на мелкие кубики. Можно также нарезать на четвертинки колец. Возьмем один баклажан и нарежем его тоже произвольно. Я нарежу на крупные кубики. Вместо баклажана можно взять кабачок. Следующий ингредиент – это капуста. Если у вас есть, то возьмите, пожалуйста, капусту брокколи, либо цветную капусту, особенно свежую, она сейчас в сезоне. Но у меня все закончилось, поэтому я возьму белокочанную капусту, кусочек примерно 250 грамм, и нашинкую ее соломкой. Соответственно, брокколи и цветную нужно просто разобрать на мелкие соцветия. И последний ингредиент овощной – это помидорки. Нужно взять 2 крупных помидорки. У меня вот одна домашняя, она одна у нас созрела. И, соответственно, я взяла еще 3 таких маленьких, у меня были черри. Ну, как будто бы это одна помидорка крупная. Мелко нарежем помидорки. Сделаем зажарку из наших овощей, нагреваем сковородку, туда наливаем масло. Знаете, сюда идет, конечно, идеально топленое сливочное, но у меня его пока нет, я буду готовить на оливковом. Как масло нагреется, ложим 1/2 чайной ложки кумина. Он начинает темнеть, издавать аромат, потрескиваться, добавляем 1 чайную ложку мелко нарезанного свежего имбиря.
Можно даже больше добавить имбиря. Добавляем еще одну чайную ложку. Мне показалось маловато. Вот столько нормально. Молотые специи по пол чайной ложечки. Куркумы, черного перца и асафетиды. Ложим морковку. У нас прошло минут 15 с начала варки, и я добавляю капусту. У нас прошло минут 5, и я добавлю баклажанчик. Нам не нужно зажарить прям до готовности. Овощи доготовятся уже в самой кастрюле. Капуста у нас варится уже минут 10, соответственно 25 минут прошло с момента варки Маша. Маш варится в среднем где-то 35 минут. Соответственно, за 10 минут до конца мы добавляем рис, потому что рису готовится минут 10. Все перемешиваем. И уже совсем скоро добавим сюда зажарку, как только она приготовится. У нас прошло еще 5 минут. И я добавляю помидорки. Жарю буквально пару минут, и можно будет отправлять уже в кастрюлю. Все готово. Отправляем зажарку в кастрюлю. Если вы используете не белокочанную капусту, то ее, конечно же, так рано не надо добавлять. Ее можно добавить прямо сейчас. И готовится минут 5. Добавим еще 0,5 литра воды, чтобы в итоге у нас получилось 3 литра кичери. И совсем забыла про лавровый лист. Добавляем лавровый лист. У нас все поварилось минут 5-7. Проверим на готовность. Все идеально готово. Рисинку разломаем. Рис тоже готов. Сейчас мы добавляем сюда зелень. У меня вот такие замороженные стебли и замороженные листья зелени. Но вы добавьте любые, какие у вас есть. Свежая зелень. Вот такой получился кичери, очень вкусный, божественный, красивый на цвет, невероятно. Это получается такой то ли суп, то ли гарнир, все вместе. Я его люблю вот делать именно таким жидким, для этого мы добавили еще 0,5 литра воды. Если вы не добавите этих 0,5 литра воды, у вас получится такой густой гарнир. Но мне нравится его делать более влажным, чтобы он был более сочный.